Сразу две круглые даты отмечают в этом году офтальмологи Чувашии. 30 лет назад начала создаваться новая модель НИИ-комплекса, специализирующегося на максимальном приближении высокотехнологичной медицинской помощи к населению. А 90 лет тому назад родился ее основоположник, знаменитый врач-офтальмолог Святослав Федоров. Сегодня в Чувашском театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. Врач-офтальмолог, академик Святослав Федоров создал филиальную офтальмологическую сеть, опередившую время, говорили в научном мире. Именно тогда, 30 лет назад, началось формирование мощнейшей структуры межотраслевого научно-технического комплекса, в который вошли 11 филиалов по всей стране. Чебоксарский стал одним из ведущих центров по оказанию высокотехнологической офтальмохирургической помощи. Те аналитические цифры, которые здесь были озвучены, конечно, это бесценные результаты вашей деятельности, бесценные результаты нашей совместной деятельности, потому что 550 тысяч человек только в Чувашской республике стали абсолютно здоровыми людьми. Абсолютно я уверен в том, что академик Святослав Николаевич радуется вашим результатам, он жив в наших сердцах. Лучшие врачи-офтальмологи получили сегодня заслуженные награды. Родион Архипов, Александр Петров, Республика.